Так, сегодня у нас 14 мая, зацепили такую вот сажалку, не знаю, как она называется, СЗ-3,6, по-моему, за трактор, там этот, под покос, не это, не доделано у нас, так, взяли попользоваться, давай, ну ты что, с ума сошел? Нет, тоньше он. Или нет, такой же, Игорь, ой, такой. Да, просто ее надо провернуть. Надо в поле надо. Нет? Или колесом чуть проехал туда-сюда. Поломки небольшие. Взяли мы ее вон. Этих нету. Вот, видишь? Пружина одна оторвана. Ну ладно, нам... Нам гектар полтора засеять под сенокос. Может, чуть дальше вот. Клевер, Тимофеев, Карайграс, ежа и Апсом сверху. Так, такая вот она у нас. Посмотрим, что у нас это будет пока что. Ладно. Короче, семипровод у нас 220 рублей, блин. А ты видел шпагат-то почем стоит? Был шпагат? Да. Не, у этого серый. Белый. Вот оставить. Где? Не видел. Не видел? По 200 рублей? По 160, да. По 160. По 160 это подарок, это нормальная цена. Я тебе хотел сказать, не ты увидел. Семи... Сходил, фоткал его. Семипровод, короче, 220 в Агроснабе. Это, блядь, стакан или как он? Стакан, насадка. Насадка? Ну, некоторые пластмассовые, некоторые железные. Не, железные это заводские, а эти пластмассовые. Короче, 40 рублей или 44 одна. Вообще очень дорого. Не стали, надо в рамешке ехать, там нормально. Вытяни ему, блядь, блокировку! Пошел, 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 блядь, сучонок! Это первое! Да. Ну, вроде все работает, насколько я понимаю. Так, простительно, на первый раз. Два соскочили, сейчас круг сделаем. Надо поправить их. Три, все новые, что ставил. Херня. Да. Надо было разрабатывать землю по-нормальному. Это херня. Ну, посмотрим. Ладно. Ничего страшного. Один подклинивает вон. Этот подшипник, что ли, не понимаю. Он боком встает. Выработка он в болту нам.
Ладно, хотели. Что хотели, то и попробовали. Ну что, не си... А? Яна, не си, а то она сыпет, блядь. Пойдет для сельской местности. Ты потом с этот, во второй след рядом, понял? Вставай. Поехали, на. Да фиг с ним, что получится. В следующий раз лучше сделаем. Ладно. И так хорошо. Ланчай у нас почти весь пропал. Больше половины. Осталось кое-где торчит. Ну посмотрим, поднимется как. Что будет. Какой у нас поле. 50 гектар. Им! Блять. Главное, чтобы мешки не засосало. Давай, закрывай. Что он там? Там травы пиздец. Где? Вон, открой. У этих лукошков. Чего, нормально все. Хватит до конца. Сейчас вон досеем до этого. До конца и все. А этот... Овес почти кончился, да? Ну вот в каких-то есть. Чё? Овёс, вон сам. Ну не в каких-то, во всех еще есть. А вот в одной нету. Но она сыпет что-то напрямик, что ли. А он... А, он подкидывает, то есть здесь набирается, и он этими туда подкидывает. Да. Давай. Восьмую и... Ага, восьмую сел, нахуй оставить. Да. Да, система здесь крутая, конечно. Он понадевай, какие, блядь, слетели со здесь. Надо с ними что-то делать, блядь. Не, нам на клубы их надо.
Чего ты его? Да. Все нормально. Давай, трогай мелок. Восьмую. Вот так потихоньку и досеяли мы это поле. Ну а что получится, посмотрим в августе, в сентябре. Ну и все. Всем удачи.